Сегодня в Каспийске состоялась встреча главы города Бориса Гонцова и нового председателя Совета имамов Мурада Исмаилова. На приеме также присутствовали председатель собрания депутатов Каспийска Абдулвахид Джаватов и первый заместитель главы администрации Даниял Капиев. Участники встречи обсудили план дальнейшей работы и преподнесли друг другу памятные подарки. В своей речи Борис Иванович уделил внимание необходимости сотрудничества управленческих структур с религиозными деятелями. По словам главы города, такая слаженная работа позволит повысить уровень духовного воспитания жителей города. Также участники встречи поблагодарили бывшего председателя Совета имамов Шамиля Багандалиева за добросовестную работу и вклад в укрепление мира и согласия в регионе. Анастасия Сидоренко, Амарбек Газиев, новости телеканал «Среда».